Монеты FIFA Ultimate Team на все платформы от Димы Кривенко. Качественное обслуживание, доступные цены и быстрая доставка. Ссылка в описании. Всем йоу, чуваки, с вами PandaFX, и сегодня у нас появились пакеты по 15 тысяч монет, и, конечно же, я не смог пройти мимо этого наебалова, и сейчас, собственно, я открою, у меня 9 паков на этом аккаунте и 10 паков на втором аккаунте. И в итоге у нас получается 19 паков, ну, я думаю, нетрудно было догадаться. В общем, заценим, что у нас тут выпадет. Я пока что дверь закрою тут, чтобы еще никто меня не слышал. И первый пак у нас Шафер, Цана, Еркин. Ну, Еркин стоит уже точно не Квиксел, я знаю. Куча-куча контрактов из формы. Второй пак за 15 тысяч монет. Ховард на обложке. Следующий пак. Лео Месси на обложке. Посмотрим, что он нам преподнесет. А преподнесет он нам... рарный игрок пошел, 81 рейтинг. И здесь можно только Де Брюйне, наверное, сохранить. Но этого тоже выставлю. Может, он что-то стоит, я не знаю. Помните, в недавнем пак-опенинге у меня выпал Левандовский Ройс? Я был бы не против повторить. Гризман, 77. Мюллер выпадает нам. Осталось у нас 5 паков по 15 тысяч монет. Пока что все хуже просто некуда. Давай, Месси, пожалуйста. 81 тормоз. И мобайл нам выпадает. Еще один пак за 15 тысяч монет. 79 рейтинг. Вот этот вот парень может что-то стоить. Пейс 92. Но он ничего не стоит, к сожалению. Ну давай, Роналдо, я тебя жду. Я тебя жду, Роналдо, давай. 77, Карвалю дают нам вместо Роналдо. Который тоже играл в Реал Мадриде, тоже португалец. Вот такие вот намеки нам кидают. Давайте откроем пак Гуаином, который тоже играл в Реал Мадриде. Может, это как-то поможет мне вытащить Роналдо. Нет, это нам поможет вытащить кусок говна боссаного. Ну что, последний пак на этом аккаунте. И мы переходим на второй, на котором, я надеюсь, мне повезет немножко больше, чем на этом. Гризман нам покажет. Самый лучший игрок на сегодня на этом аккаунте — это Джулио Цезарь, блять. Ебучий Джулио Цезарь. Еще один фейковый игрок — это Пеле, который фактически не может выпасть на PS4, но все же. Итак, мы на втором аккаунте и открываем теперь тут пак ЦИ. 77 рейтинг нас встречает в первом паке. Замечательно. И Илори. Какой-то Илори, что он стоит? А нихера он не стоит. Второй пак за 15 тысяч монет. Давайте один раз скипнем, посмотрим, что из этого получится. И вот так вот при скипе выпадает самый лучший игрок на сегодня. Пока что это Луик Реми. Стоит он, ну, уже дешевле, чем я думал. Раньше он стоил 20-ку, сейчас стоит всего лишь 8-9к. Ну ладно, уже хотя бы что-то. И нам снова выпадает фейковый игрок, это Санчес. Следующий пак с Ховардом у нас будет 77. Да, блядь, меня просто доебал уже этот рейтинг 77, если честно. Я поставлю, пожалуй, значок Малаги, может, мне это как-то поможет, не знаю. Открываем мы и видим там 82 Балотелли! Вот так вот значок Малаги затащил. Получаем мы Балотелли, который вроде стоит каких-то денег, хоть он и в реальной жизни не очень, но тут он хотя бы 10 тысяч стоит. Вот так вот второй аккаунт намного везучий, чем первый у нас получается. Едем дальше. Следующий пак у нас будет с Алабой или с Алабой. 77, Максимович. И киска. Давай, Ховард, затащи, пожалуйста. Затащи, Ховард, пожалуйста. Я тебя прошу. 78, Микель. Нет, это ты не затащил. Это херня. Опять нам выпадает фейковый Суарес и какой-то Рафа. Итак, 4 пака у нас осталось, чтобы поймать что-то стоящее. Пока что этим стоящим совсем не пахнет. И 78, Силва. Португалец. Максуэлл какой-то. Нур. Екпа. Да, 2 араба выпало в одном паке. Очень большая редкость. 2 серебряных араба еще. 3 пака у нас остается. Давайте один раз скипнем. Посмотрим, что из этого выйдет. Да, ничего из этого не выйдет. Хонда нам выпадает. Ну что, осталось нам 2 пака по 15 тысяч открыть. И предпоследний пак нам откроет именно Игуаин. Что же он нам покажет? Ничего хорошего нам не покажет. Выпадает у нас Дембеле. Ну что, последний пак за 15 тысяч монет. Это Лео Месси на обложке, который преподнесет нам 83. Хороший рейтинг, но Фарфан ничего не стоит. Банучи, Облак
и всякое дерьмецо. Давайте откроем еще один пакет за 7500. Может быть, в нем что-нибудь выпадет. Выпадает у нас Ховард. Блин, не могу остановиться, в общем, и все. Последний пак, хотя бы хоть какие-то копейки я оставлю на своем втором аккаунте. Все, последний пак, это точно Лео Месси и нам Ламела, все понятно. Всем спасибо за внимание, с вами был PandaFX. Паки по 15 тысяч снова оказались полным говном. Все, всем удачи, пока.